Беспримерным в истории Великой Отечественной войны был массовый трудовой подвиг детей, подростков, юношей и девушек, которые заменили на заводах и фабриках своих родителей, делали автоматы, гранаты, мины. Они дежурили в госпиталях, на постах местной противовоздушной обороны, строили бомбоубежище, тушили зажигательные бомбы, рыли водоемы, Засыпали песком чердаки. Маленькие защитники Родины старались ни в чем не отставать от взрослых. Именами многих из них названы улицы, школы и даже города. А сколько имен осталось неизвестными и не сосчитать?